Олексій, вітаю вас ще раз з перемогою. Чесно кажучи, думав, що там ще хвилиночку другу докине РФ. Це виявилось останній вже такий шанс, який можна було реалізувати. Які взагалі відчуття по ходу матчу, наскільки важко він вам давався? Видно, що в першому таймі ви більш ослаблено діяли, тому що розуміли, що певно, що є час, який можна буде використати в другому, було видно, що ви в рази пришвидшували. Це була така настановка, чи ви самі просто вже морально десь розуміли, що часу все менше і менше? Спасибо за що получился. Смотрите, игра была тяжелая, ребята больше играли в обороне. Да, мы поначалу не спешили, думали, что все доведем до логического завершения атаки. Немножко не получалось забить. После уже, конечно, время поджимало, хотелось довести, потому что, в принципе, территориальное преимущество мы владели. Игру вели, но не могли забить, не было той последней передачи. Хорошо так случилось, довели, забили, дожали, уже хоть верховым, но сделали со стандарта. Игра, да, тяжелая, соперник молодцы, ребята бьются с характером, хорошие, очень понравилось. На другом этапе было видно, что футболисты темпа их 0-0 цифром влаштує, тобто, будемо відвертими, Білгород одна із команд, яка буде лідирувати, тому що по грі навіть було помітно, що темп влаштує нічия. Вас же ж нічия абсолютно не влаштовувала, навіть наглядним прикладом було, коли я коментував, що ви самі подавали їм м'яч на кутовий, коли час вже піджимав. Ті ребята розуміли, що ми можемо бути там десь чуть посильніше індивідуально, командно. И, возможно, с нами это устраивало ничья. Нас ничья не устраивает, в принципе, с любым соперником, с любым, мы решаем свои задачи. То есть, похоже, на грацию перемога? Да, у нас задача каждую игру выигрывать, и плюс был все-таки большой перерыв. Хотим набрать кондиции, форму и все остальное. Поэтому в этом плане мы решаем свои задачи, не только результат. И тренировки, и набор формы, и сыгранность, это все важно. В данном случае это все важно. То есть в данных реалиях, взагалі, то, что проводится данный турнир, это правда круто, это возможность и вам развиваться, підтримувати форму, и другим пацанам себе проявити. И в будь-якому разі это плюс глобально. 100%. Первое, что все очень скучают в футболе, это раз. Второй момент, это лишний раз напомнить, что для кого мы играем, для ребят из ССУ. Всегда их приветствуем, поздравляем, приходим, уже занимается там волонтерством у нас, на команду. То есть это лишний раз и напомнить, и показать, что мы все сейчас для них только все делаем, привлекаем внимание, поддерживаем как можем. Большая часть это все-таки для них, для нас уже потом. Все, дуже дякую, с перемогою. Спасибо большое.